Приветствую. Вот так я окуриваю дом. Делаю это не очень часто, из-за того, что дочка маленькая. Но запах вроде ей приятный. Здесь у меня апельсиновое маслечко. Еще у меня закончился... Какая-то у меня была трава, я жгла. Не знаю, шалфей у меня просто есть сухой, а там надо как свиток целый. Не знаю, где у нас вообще в городе это купить. Но там какой-то приятный запах был. Тоже что-то типа, не знаю, смесь с мятой с чем-то, не знаю. Ну, говорят, вот слышала, шалфей приятно вроде. Посоветуйте, где приобрести у нас в городе можно. Мне нужен такой свиточек шалфея. Мы просто балдеем, да, с дочкой, млеем. Смотрите, даже вот сам вид свечки. Свечка горит. Просто балдеж. Какие ароматы. Апельсиновое масло прям так тонко-тонко-тонко пахнет. Это мы для настроения положили. Тут еще у нас такая большая ракушка есть.